Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, но продолжаем играть на Zero, смотрим на номер 3. И тут я подумал, я вообще-то брал этот X5 просто продать, да, на перепродаже, потому что ТТТ, цифры плюс-минус, нормальный регион, кстати, нормальный, питерский. И типа, думал покататься, типа, и все. Вернее, не покататься, а продать. А вот сейчас я думаю, а почему бы и нет? Короче, поедем, сейчас его немножечко протюнем. Ну чё, там внешки не будет. Вот цвет, вот фары, блин, сделаны, глазки. Вот честно, ничего не буду говорить, не помню, есть ли в нем глазки или нету. Но по идее, должны быть. Потому что уже в E39 самые первые глазки появились. Должно быть в этой 53-м, X5-м глазки. Ну, вряд ли. Дополнительное оборудование. Ага, они сделали то, что не нажимается, если нет тюнинга. Нормально. Но я не буду убирать красный ксенон, потому что это цену добавляет. Потом при перепродаже. Я же Паша перепук, перекуп. Вот. Надо какие-то диски выбрать нормальные. Вот. А что мы можем сюда еще влепить? Ну, цвет черный, нормально. Диски. Ну, хаманы, кстати. Хаманы на BMW, это нормально. Ну, конечно, столько... Ну, потом ее, конечно, можно продать. Дороже. Так, низкий профиль. Или средний сделать. Давайте средний сделаем профиль. Вот так вот нормально. Ширина. Вот так вот. Вынос. Немножечко вынесем. И развальчика для красоты добавим. Опа. Передний, задний. Вот, а сзади немножечко пошире сделать. Разные широкие диски. Вот, оп. Все. Сохранить. Все. 432 тысячи дзинь. 500. И ну уже добавили диски, уже стилю, да? Я думаю, да. Теперь поехали. Поставим тонировку. Хотя здесь тонировка-то стоит, но она какая-то непонятная. Вообще. Или не стоит. Такой, короче. Крышка багажника открывается. Открывается. Кстати, прикольно сделано, что открывается только верхняя часть, а нижняя нет. Ну, сделали бы она, чтобы открывалась типа и верхняя, и нижняя одновременно, было бы гораздо покруче. Я работаю на отъебись, как и все здесь. Смотрю, что хотел. Может, еще чтобы, не знаю, стеклоподъемники что ли были. Или нет. Ну ладно, короче, заезжаем. Эксклюзивный красный. Да, тонера нет, оказывается. Давайте... Не закрылся, да? Открылось. Давайте морда 80. Нет, давайте 60. А все остальное... Нет, дорого что-то. Давайте по 80. И давайте закатаем. И фонари закатаем где-то процентов на 60. Пусть будет. Ну пусть будет 90 тысяч, все. Хватит. Вот. Ну, фары я-то притонировал, но, если честно, вообще не видно, что они притонированы. Ничего не изменилось. Вот. Кстати, это у нас еще X5 рестайлинги. Еще есть диффузор такой колхозненький, если честно. Да добавили, блин. Чё-то самое легкое, что можно сделать. Ну, не легкое, но, конечно. Хотя легкое, просто текстурки в черный поменять. Сделать антихром, как это делают на Redmi и на CCD. Добавить просто антихром. Ну, чтобы ноздри в черный закатать, не знаю. Еще что-то. Ну, ручки, в принципе, все, рейлинги, вот это все закатано в черный, да. Насадки бы черные сделать, подножку черную, ноздри черные. Она бы зло было, зло прям. А так вообще не зло. Так, можно отключить это настроение. Да ты заебал! Почему у нас крышка багажника открывается вечно? А можешь закрыться и не открываться? Или там плохой замок? Короче, заедем сейчас, покрасим. Ну, давайте посмотрим. R6 в прошлого ролика. Так, может покрасить его какой-нибудь другой цвет? Ну, вишневый нет. Зеленый, рыжий нет. Синий. Синий. Темно-темно-синий. Такое. Фиолетовый, кстати. Неплохо.
А если белый? Не, ну белый это прям фу. Черный, металлик, мат. Не, ну черный мат это прям как-то очень дешево смотрится. Хром, хамелеон, акрил. А, кстати, акрил, он хоть не блестит, он какой-то матовый, но он черный, прям черный. Но если матовый, то не, уже делать, что ли, хром, металлик. А диски, окей, цвет дисков. Если диски сделать черные. Блин, раньше на смотре были офигенные хаммоны. Серединка черненькая, а потом только ободок красишь. И можно ободок беленький, а так. Но блин, если их немножечко такими грязно-белыми сделать. Это вот такими, что они не бросались в глаза. Кстати, нормально. Давайте сохраняем. Может, какую-нибудь наклеечку, что ли, добавить. А зачем, короче? Действительно. И так-то, в принципе. Чисто покататься, а потом перепродать. Конечно, перепродать. Какой это перекуп в суне? Сколько я уже всунул? 420 с чем-то, да. 3000 вроде. Да? 432. Это диски с резиной. Еще 90 тысяч это... Тонировка. Колес. Зачем я в прошлой серии заправил 80-м, если надо было 98-м? Не знаю. Ну, короче, я уже пол лимона в него всандалил. Лучше бы он только 124-го купил. Намного симпатичнее. Ну, чисто этот номер выручает эту машину. Без номера я бы ее, если честно, не взял. И уже хочется покататься на таких автомобилях, которых не было на первой смотре. И да, пацаны, я любитель казино, так что давайте пойдем, ну хотя бы два раза крутанем, и все, больше не будем. Нафиг оно нам надо. Если выпадет, норм. Понял, больше не буду. Зачем? А, не знаю, просто как пацаны, 100 тысяч срать на ровном месте. Ой, пацаны, вот такой вот Е50 у нас вышел. Напишите, вообще есть те люди, которым нравится, ну, Е53, сори. Вот такой вот X5. Ну, я знаю, там, в Ютубе там покупают, Рифман, т.д. и т.п. Ну, честно, в жизни он выглядит намного симпатичнее, даже если он мне не нравится, чем в игре. Но в игре он прям... Говно! Вот Е70, вот это прям пушка, если старый. X5 F85 тоже норм, но новый X5 и вот этот X5, ну что-то мне вообще не заходит. Вот, если хотите купить, пишите мне в ЛС, о цене договоримся. Ну, с вами был Ивушка, всем удачи, пацаны. Помогите найти Чарон, и всем пока. Конь прям сочный, это кайф.